Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема моего сегодняшнего доклада – некротическая энцефалопатия при COVID-19. Надо сказать, что острая некротизирующая энцефалопатия детского возраста, АНЭК, была впервые описана в 90-х годах у японских детей после вируса гриппа и как неспецифическая реакция на другие вирусы, потом у детей на Тайване, в Испании и далее, что называется, везде. Основными симптомами заболевания было появление на фоне лихорадки симптомов острой респираторной вирусной инфекции, симметричное поражение подкорковых структур ствола, классический вариант симметричного поражения таламусов, нарушение сознания, приступы и серьезный прогноз в отношении выздоровления или восстановления функций. А вот, кстати говоря, одно из наших наблюдений. Пациентка также на фоне ОРВИ дебют, но пациентка еще и получала лечение интерфероном по поводу вирусного гепатита. Так что возможно наслоение двух факторов риска. Это наблюдение еще из доковидной эпохи. Вот как раз типичный случай острой некротизирующей энцефалопатии детского возраста, АНЭК. Во время пандемии COVID-19 еще весной 2020 года стали поступать сообщения о поражении центральной нервной системы и у детей, и у взрослых, перенесших коронавирус. Вот, в частности, это картинка из американской публикации, описывающей тяжелое поражение головного мозга у взрослого пациента на фоне коронавирусной инфекции. Вот мы видим тоже симметричное двустороннее поражение таламусов. И сразу после этой публикации стали появляться наши собственные наблюдения и отчеты из других центров, мнения коллег. Вот мы видим судороги у ребенка в детской реанимации, диффузная патологическая активность с акцентом в передних отведениях при ЭЭГ-мониторинге. И вот мы видим у этого же ребенка при нормальном белке и цитозе в ликворе вот такие вот симметричные двусторонние изменения в белом веществе. Дебют также с ОРВИ на фоне, ну, очевидно, коронавирусной инфекции, потому что заболевание у всей семьи с характерными симптомами. Несмотря на то, что мазки тогда делали еще через пень-колоду, что называется. И это было большой проблемой. Вот другой пациент, диффузная патологическая активность. Мы видим вот такие судорожные движения. Это текущий эпилептический статус у пациента. ЭЭГ-активность микшируется с двигательными артефактами от клонических подергиваний. И вот мы видим выход из эпистатуса после его купирования на трех антиэпилептических препаратах или антиприступных медикаментах, как сейчас положено говорить. Вот, к сожалению, МРТ провести не удалось, но мы вот видим на КТ диффузное грубое поражение белого вещества у данного ребенка. Вот, пожалуйста, новая серия наблюдений, они идут такими волнами. Вот мы видим очаги в белом веществе и в таламусе, и в мозжечке у взрослого пациента, которого заболевание началось с колита, вот тоже характерно для коронавируса, потом двусторонняя пневмония, длительное лечение, не слишком, скажем так, эффективное, но все-таки пациент, несмотря на все усилия врачей, поправился. И мы видим здесь через 2 месяца уже формирование кистозно-глиозных изменений в вышеуказанных областях. Это инсульт в вертебрально-базилярном
бассейне, вот такой с хаотическим разбросом очагов на фоне коронавируса. И вот мы видим, какие грубые глазодвигательные нарушения. Межъядерная двусторонняя офтальмоплегия у пациента, имитирующая знаменитую энцефалопатию Вернике. Ну, пациент получал большие дозы витаминов группы В уже после развития симптоматики без какого-либо особого эффекта, что, конечно, ничего не доказывает, но еще раз подчеркиваю, что на фоне коронавируса может быть все что угодно, в том числе и вот, мимикрия под такие интересные и тяжелые заболевания. Другой пример – тромбоз синуса, тромбоз сигмовидного синуса у пациента на фоне коронавирусной инфекции. Вот мы видим, как здесь хорошо видно на картинках, указано стрелками, тоже с развитием глазодвигательных нарушений. Вот посмотрите, у пациента ротаторный нестагм. Это, конечно, в общем-то, зрелище для гурманов. Зрелище для гурманов, ротаторный нестагм вообще большая редкость, и в жизни его можно не увидеть. Ну, вот здесь, к сожалению, мы видим глазодвигательные нарушения вследствие синус-тромбоза, а синус-тромбоз вследствие коронавирусной инфекции. Вот с такими приходится сталкиваться тяжелыми случаями у взрослых. Вот еще один яркий клинический пример. Пациент обнаружен дома без сознания на фоне, так сказать, ОРВИ и характерных для коронавируса клинических проявлений. Привезли в больницу, сделали КТ. На КТ ничего не нашли, но на следующий день уже крупные очаги кровоизлияния. И эти очаги стали как-то странно распространяться. Ну, вот мы здесь уже видим на МРТ вот такая картина. Здесь еще мы видим совершенно с бассейнами кровоснабжения. А вот этот очаг не коррелирует. И белок цитоз в ликвере были нормальными, да, что отличает острую некротизирующую энцефалопатию от энцефалита. Это не энцефалит, это не инсульт, это именно некротизирующая энцефалопатия. В данном случае ковида сыгранное, что вот нашло свои подтверждения, к сожалению, на секции массивное поражение подкорковых структур и белого вещества оказалось несовместимым с жизнью, несмотря на все титанические усилия врачей. Поэтому на фоне коронавируса могут быть самые причудливые поражения центральной, да и периферической нервной системы, но это не входит в тему сегодняшнего доклада, и у детей, и у взрослых. И, конечно, необходимо дальше изучать этот вопрос и сохранять настороженность и эффективно лечить таких пациентов. Напоминаю про наши образовательные материалы на YouTube и в Телеграме. Благодарю всех, уважаемые коллеги, за внимание.